Тайфун Данас ударил по Приморью. В крае было объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировались ливни, усиление ветра, повышение уровня воды в реках. На юге Приморья местами выпала околомесячная норма осадков. Между тем, в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам сообщили, что все коммунальные объекты работают в штатном режиме. Всего за сутки произошло 13 отключений от электричества. Они оперативно ликвидируются. Автомобилисты сообщают, что движение по трассам в сторону находки Уссурийска не нарушено. Дорожная обстановка во Владивостоке также в норме. К слову, в краевом центре выпало около 70 мм осадков. Серьезно досталось поселкам Валентин и Преображение. На них вылилось более 100 мм. В Преображении, по словам местных жителей, повысился уровень воды в реке Соколовка. Вода пришла в огороды и дома. Однако сильнее всего от тайфуна Данас пострадал Хасанский район. Он был лишен телефонной связи интернета. Наблюдался мощный разлив рек. Дорога от поселка Приморский до Барабаша превратилась в бурный поток. На месте работают спецслужбы. Между тем, тайфун Данас сейчас перешел в циклон. В понедельник вечером он покинет территорию Приморья.